Красноярские КВНщики впервые в истории игр стали чемпионами высшей лиги КВН. Чемпионы клуба «Веселых Анатольевичев» сезона 2019 года. Команда КВН «Такта» Красноярск. Финальная игра состоялась накануне в Москве. Студенты из Сибирского федерального университета состязались с 5 командами со всей России и по итогам голосования обошли своих ближайших конкурентов «Татнефть» всего на 0,1 балла. До этого красноярские команды периодически выходили в финал, но первое место взяли впервые.